18-метровая хвойная красавица появилась на площади Аль-Фараби. Несколько дней подряд елку украшали самыми яркими игрушками. Золотые шары, разноцветные гирлянды и огромная звезда создают горожанам праздничное настроение. По недавней традиции и в этом году из бюджета денег на новогоднее украшение областного центра выделяться не будет. Украшать город будут за счет спонсорских средств. В этом году, как и в прошлом, 804 ребенка из неблагополучных и малообеспеченных семей получат по 20 МРП. Это порядка 42 тысяч тенге каждый. Общая сумма составляет более 33 миллионов тенге. Отметим, что в конце 2015 года около 80 миллионов тенге, предназначенных на новогоднее украшение города, были разделены между детьми из малообеспеченных и малоимущих семей. В этом году доброе начинание продолжится, вот только сумма в этом году значительно меньше. Сами новогодние красавицы и украшения для нее покупаться не будут. Для праздника установят елку и елочные игрушки, которые радовали горожан и в прошлом году. Всего планируется установить 3 елки. 2 12-метровые в административно-деловом центре и на аллее Шамши-Калдыякова, и главная 18-метровая красавица на площади Аль-Фараби, которую планируется зажечь 20 декабря в 19 часов вечера. Бахром Абдуллаев, Нургали Кушаналиев, Дильшат Адашев, информационная служба телекомпании «Утрар».